У природы нет плохой погоды. Чем порадует нас первая рабочая неделя января в следующем материале. Первые 10 дней января в Чувашии оказались теплыми и снежными. Средняя температура воздуха в Чебоксарах составила минус 7. Это на 2,5 градуса выше климатической нормы. При этом с начала года выпало уже 20 миллиметров осадков, то есть почти в два раза больше, чем за весь прошлый месяц. Теперь на смену относительно мягкой погоде пришли настоящие зимние морозы. Сегодня утром столбики термометров опустились до отметки минус 20. И это только начало похолодания. Во вторник в Чебоксарах ожидается минус 25, в среду – минус 30 градусов мороза. А в районах воздух местами может остыть до минус 35. По расчетам гидрометцентра, средняя температура воздуха в ближайшие 10 дней будет примерно на 3 градуса холоднее климатической нормы. В результате вторая декада января в Чувашии может стать самой холодной за последние 15 лет. Одевайтесь теплее.